А последние реплеи и видеоролики, наверное, скорее всего, относятся, блядь, к такой рубрике, как череда сливов. Череда, блядь, этих ёбаных сливов. Что мы имеем в этом бою? Что это такое? Группа Красноплесень. Красноплесень? Интересно, интересно. Ничего примечательного. Хуярим вместе с ИСом. Я решился в этот раз поехать, блядь, со всеми тяжами, так как сам являюсь 9-м уровнем в топе. Ну и потом у меня барабан, может и пригожусь чем, в принципе. Ничего тут такого страшного нету. Так, ИС-6 куда-то побрел. А я тут караулю, смотрю, там троечка выглянула. Ну думаю, сука, может ее зацепить хоть как-то. В общем, вроде бы все нормально, все идет по накатанной. Смотрю, троечку кто-то ебашит. Ну, наверное, бля, я думаю, на ее добирать уже, короче, тогда. На нахуй, блядь! Ха-ха-ха, сука! Еще, блядь! А, сука, и тут у нас снаряды уже, блядь, пролетают куда-то. Короче, два снаряда впустую у нас ударились куда-то об борт как-то, блядь. Короче, отскочили. В общем, и сука, сука, у них, блядь, все-таки, блядь, продуманный как-то. Танканул, блядь. Ромбом, блядь, сука. Танканул. Молодец. Этот его пытается, шестерка наша пытается его, блядь, как-то захуярить, как-то забить его, не знаю, в общем, нихуя это не получается, кто-то забрал. А я смотрю, АМХ-30 стоит такой, блядь, он, походу, вообще нихуя, походу, авк. И я высаживаю так нихуёво, блядь, в него. Почти весь баллон, у меня почему-то один снаряд вообще улетел мимо. Вот, наверное, все заметили, хуяк он как-то, блядь, все четко, а предпоследний почему-то выше крыши как-то ухуячился как-то, блядь. А, сука, на ветер дунул, наверное, блядь, он там с гор, наверное, ветер хуйнул такой. И, блядь, снаряд такой, ой, блядь, и его нахуй отнесло там, блядь, куда-то в лес. Тут по мне уже арта, блядь, переебала, хотя она, наверное, хотела зацепить не только меня. Вот. А тут, блядь, мелкая падла, блядь, бульдожина, сука, выехала такая. И давай тут ебашить нас с этой. С этой один, что ты нахуй, ты потупил, я думаю, да ну нахуй, надо разворачиваться, ехать, догонять его, уебашить, блядь. Я думаю, не буду сейчас перезаряжаться. Бульдога один хуй, ничего не осталось, он шотный, поэтому я оставил эти два снаряда. Думаю, сейчас я ее догоню, думаю, вот догоню ли я ее. Она стоит, блядь, и ждет. Хули ждать в море погоды, ёпта. Она думала, что мы не поедем, что ли. Она думала, блядь, они, наверное, тормознут, блядь, не поедут. Я их опять буду ебать в жопу. Хуй. Это называется хуй. Догоним и дадим пизды. А что у нас тут происходит? Я нашим говорю, давайте на базу. Базу тоже защищать надо каким-то образом. Потому что вся краснота-то тут. Враг, блядь, все прорвал тут. Фронт, блядь. Фланг, фронт, все нахуй прорвал. Идет такой, блядь, есть настырный, сука, такой идет, блядь. Беломорина такая в зубах, нахуй, такая, блядь. Такой, сука, идет, типа, я вообще бакланы, нахуй, пизды, блядь, вам всем. Опа, и тут я замечаю тигреныша. Думаю, бля, пока он не исчез, так уебать. Короче, так нихуя не получается, но со второго раза заебись я забираю. Что хорошо в барабане, всегда нужно наугад один пальнуть, а потом доберешь, один хуй доберешь. Так что забираем мы тигреныша. И у нас уже 2600 дамага, блядь, неплохо. Я вот думаю, кто еще, блядь, появится следующий на горизонте. А появляется, сука, пантера, и пантера сразу забирает нашего, блядь. Наша тоже, сука. И тут еще и Блэк Принц, блядь, принц. Хорошо без принцессы, нахуй. Как я и говорил, один, блядь, мы накидываем, а вторым забираем, блядь. Одним, сука, блядь, накидываем, нахуй. А вторым, блядь, с ноги, блядь, уже четко поебало. Блядь, короче, такая хуйня, блядь. Принца отпиздили. Кому сказать, я отпиздил принца. Не пойму, нормальные люди. СТ опять тут тоже, блядь, получает пизды, блядь. Короче. Хули, у нас команда терпилы какие-то. Вот тут мы очень хорошо с кем-то, с Артой, очень хорошо мы сыграли в паре. Прям я переебал, и она забрала четко. Я вот думаю, что ИС-6 стоит. Нихуя не понял. Я ему пишу, что ты нахуй там встал, блядь. А я, блядь, помню, что он нахуй как вот тогда как встал, так и пиздец, так и стоит. А мне написали в чате, блядь, да, типа там нахуй. Вот мама позвала. Говорит, мол, хорош играть, блядь. Давай, иди, уроки делай, нахуй. Или там чем занимайся, блядь, другими делами. Может, это мужик здоровый. Жена пришла, говорит, ёб твою мать, опять ты нахуй в игре сидишь, сука. Ну-ка, иди в булочную за хлебом. Он говорит, да бля, у меня тут было. Пошел нахуй, пока вообще не выкинул компьютер, нахуй, к ёбаной матери. И вот тут, на так, мы встречаем льва. Я-то думал, он пойдет ИСа забирать. Там же, бля, авк, это же пиздец. Авк, это охуенно забрать. А нихуя, он разворачивается все-таки на меня.
мы ему, конечно, прохуяриваем немножечко. Тут он опять тоже, как и тот, бля, из третий, сообразил, ромбом встал, у нас мимо, и у нас пиздец. У нас пиздец. Мы получаем, конечно, пизды. Нас убивают, блядь. Нас убивают, причем не только он, но еще и пантера. Они тут тоже в паре охуенно сработались, блядь. Я вот весь такой полыхаю, а, блядь. Так, ну а что мы имеем? Мы имеем все. Остался у нас это. А какие горы, блядь. Горы, прям пиздец, горы. Картинка охуенная. Ну и СТ, естественно, остается. Что он тут? Что ему тут делать, блядь, СТшки? Нихуя. Вот он ездит, тут мозги ебет. А хули толку? Кстати, там еще водопад, блядь, такой прикольный, блядь. Такой, потащи куда-то жопу свою. И мы тут за камерой такие. Так, берем крупным планом, блядь. СТ, ты куда нахуй? Пэм-пэм-пэм. Он какие-то следы оставляет непонятные. А тут уже конец.